Русские, поляки, украинцы, азербайджанцы и евреи – это лишь малая часть представителей национальности, которые проживают сегодня на Брещине. У каждой группы свои традиции и обычаи. Именно для реализации творческого потенциала национальных меньшинств и гармонизации межнациональных отношений 5 лет назад в городе Бресте состоялось открытие клуба национальных культур «Содружество». Сегодня в его состав входят представители белорусского, польского, украинского, азербайджанского, еврейского и русского объединений. Кстати, последние, а именно участники клуба «Светлояр», перед началом торжественного концерта познакомили гостей с традиционным собранием русского дворянства. Сегодня мы можем гордиться тем, что жители нашего города и нашей области знают о нашем клубе. Мы выступаем не только в городе, мы выступаем за рубежом. Вот мы выступали в Белоподляске. Сейчас мы собираемся поехать в Люблин. Юбилей клуба национальных культур «Содружество» совпал с Международным днем поэзии «Поэтический венок Брещины» и прошел в канун азербайджанского праздника «Навруз-байрам», который символизирует приход весны и обновление природы. Со сцены звучали стихи на разных языках. Они были своего рода демонстрацией особенностей поэтического наследия каждой страны. Тут, мне кажется, это все-таки вот эта возможность диалога такого широкого, когда мы сталкиваемся с культурами своих соседей, которых не всегда люди много знают, да, или понимают, нет такой возможности. А здесь в непосредственном общении представители разных культур видят, так скажем, лучшее, потому что каждый старается все-таки, да, чтобы лучшие исполнители там, или лучшие авторы попали на сцену. Поэтому, мне кажется, это помогает нам ценить своих соседей, встречая их на улицах. Показываем свою культуру, традиции, кухню национальную свою. И участвуем во всех городских, областных мероприятиях в городе. В том числе, в прошлом году осенью мы были в Малорите, если вы помните, в областном фестивале. Позапрошлый год, в ноябре, мы съездили с клубом «Белоподляска». Вот и сегодня у нас, соответственно, еще Навруз-байрам, наш национальный праздник, будем говорить. И плюс 5 лет нашему клубу, день поэзии. Вот мы вместе со всеми будем праздновать, вы будете. Тройной повод сегодня. Да, сегодня тройной повод для нас всех. Брест – город с богатым культурным наследием. Город, сохранивший свою национальную культуру и впитавший в себя обычаи других народов, которые строят общий дом на этой земле. Поэтому так важно сегодня, вопреки неспокойной ситуации в других странах, сохранить толерантное отношение к культуре и традициям своих соседей, поддержать их в трудную минуту. И Брестский областной клуб «Содружество» делает в этом направлении немало, поддерживая творческие связи с национальными меньшинствами и воспитывая уважение к Беларуси.